добрый день. Представляю вашему вниманию еще одно существо. Это тоже серпент. Однако это серпент-скелет. Данное существо является так же плохим, как и простой серпент. Однако данное существо является еще более редким, чем простой серпент. Если учитывая того, что про простого серпента, а именно про змею с крыльями, нет ни одного фильма и передачи, то про скелета данного существа и нет и подавно. В общем, вот, это существо является нежитью, это своеобразный зомби-серпент, и он также является злым, как и простой серпент. Это очень красивое существо и очень редкое. Всем, кому понравилось данное существо, просьба подписаться на канал и поставить лайк под видео. Если вы знаете хоть один фильм или передачу, где который показывается или обозревается данное существо, просьба написать в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока!